Измученные долгой дорогой, путники вышли по тайной тропе прямо к Ривенделлу, последнему домашнему приюту к востоку от моря. Здесь они и спросили совета у лорда Элронда, одного из немногих эльфов, способных раскрыть секреты загадочной карты. Ага, только это приветная обитель. Да, это Ривенделл. Приветная обитель. Да, вот смотрите, Ривенделл, да, Ривенделл. Какая красота, блин. Ну почему вы не доделали эту игру, это же, ну, это просто шедевр. Но в принципе у нее такие оценки и есть у этой игры. Я сейчас читаю вот «Властелин колец», и там как раз сейчас Фродо находится в Ривенделле, и там вот это все так описывается, вот эти фонтаны, то что там типа вода, и что там типа так спокойно. Блин, а музычка-то классная на фоне. Ладно, ну мы идем по сюжетке, мы идем по сюжетке. Мы идем по сюжетке. А сам хочу свернуть куда-нибудь налево. Орка взяли в плен? А. Гандальф. Гэндальф. Лорд Элронд. Странно, что орки так близко подошли к нашей границе. Что-то или кто-то привлекли их сюда. А, скорее всего, они искали нас. Приветствую, Торин, сын Траина. Я полагаю, мы не знакомы. А что это вы делали на Великом Восточном Тракте? Гномы, господин. Мы их упустили. Мне не нужны оправдания. Кошмар. А голова короля гномов. Наши дела не касаются эльфов. Ради всего святого, Торин, покажи ему карту. Эребор. Кирт Исил. Лунные руны. Can you read them? И ты прочтешь их? Ты не поможешь нам? Вроде бы там так было написано, я что-то не успел, как-то очень быстро это пролистнулось. Что за дела? Блин, какая музычка классная. Они тут пируют, да? Что они тут делают? Кушает курочку с хлебом. Курочку, курочку. Ай, довольные такие, довольные. Блин, какая красота. Такая музычка. Я надеюсь, ютубчик, ты не будешь ведь блокировать, да? Ты не поможешь мне? А, это вот это спрашивала, да? Орки продолжают тревожить эти края. Нападают они всегда под покровом ночи, а укрываются в темных пещерах. Тьма их вечный союзник. Думаешь, мне сияющий фиал Лихолесья очень поможет нам в борьбе с ними? Помоги мне раздобыть эту вещь. Ага. Принеси эльфу фиал Лихолесья из эпизода «Пауки и мухи». А-а-а, стопэ, так мы до него еще ведь не дошли. А кто это спит? Я дико извиняюсь, конечно. Прикиньте, спишь, и такой подходит к тебе. Торин и... Блин, так хочется походить везде. Посмотреть, что здесь. Там вон какая-то пещерка. Ой, упал. Ай-яй-яй. Упал, упал. А это чё? Так. Что-то я... Не по заданию опять хожу. Ладно, давайте. Пойдемте.
Я не могу камеру вверх поднять почему-то. Она всегда смотрит вниз. Почему? Такое ведь ночное небо. Что за сова такая здоровая? Прям здоровая сова. Или это не сова, это, по-моему, филин. Это филин. Кто это спит? Это эльфы, они прямо на траве, короче, спят. Замечательно. Я могу попросить тебя о помощи? Что случилось? Я случайно услышал на званом ужине, как один почтенный гном рассказывал про интересную еду — чипсы. Хочу их попробовать и сам приготовлю, но для этого мне нужно растение, которое называется картошка. Вроде она в высоких холмах растет, не знаешь? Ага, понятно. Картошку ему, в общем, надо найти. Замечательно. Если найдем, может быть, принесем. Может быть. Все может быть. Что нарисовано? Детальки. Камера вот вроде бы свободна, но как-то она сама вращается, понимаете? Я вот пытаюсь ее сам вот сейчас, вот сам взял, но она все равно сама как-то вниз смотрит. Это не при... Вот здесь вообще что с камерой? Что тут происходит? Что? Вот я сейчас вообще не шевелю ничем. Так, все, вот сейчас вот. Вот и вниз. А что у него, ноги к земле прилипли? Или что это такое? Что стало с текстурами? Почему мы приплюснуты как будто бы к земле? Что это такое? Типа то, что гном должен быть меньше эльфа? Или чего это сейчас такое? Я что-то не понял. Вот это что такое? Это как будто для Радагаста. Да, водичка что-то. Эй! Я думал, он попла... Блин, я упал. А, ну, собственно, она сюда и нужно было. Хорошо. Вот здесь, кстати, по-моему, совет был у них. Да, во Властелине колец. Или не здесь. Просто, может, похожее место. Может, он совсем не похожий. Я просто давненько не смотрел Властелин колец, но... Ничего страшного. Тут его снова в кинотеатрах, кстати, крутят. Вот пойду на все три части. Уже купил билеты. Понаслаждаюсь. Ух ты. Прям под фонтаном куда-то. Ну ваш П. А что здесь у вас? Что-то, слушайте, далеко довольно-таки идти. Большая территория. Но это как бы хорошо, в принципе. Прям знатненько поднимаемся высоко. А, здесь нам Элрон должен прочесть как раз таки под луной вот эти вот лунные руны на нашей карте. Стань у серого камня, когда прострекочет дрозд, и последний луч заходящего солнца в день Дурина укажет на замочную скважину. Нам лишь нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Тогда и только тогда дверь можно открыть. Кое-кто посчитает это весьма опрометчивым. Скажи мне, Гэндальф, ты действительно думал, твои планы и помыслы останутся незамеченными? Этот дракон давно тревожит тебя. Пробуждается некая сила, и она пострашнее Смауга. Не то достал. Надо же посох достать, наверное, да? А, меч? А,
Моргульский клинок. Они говорят, что некромант поселился в Долгулдуре, чародей, оживляющий мертвых. Гэндальф, Саурон был повержен. Такой силы не существует в этом мире. А вот затея этой гномии компании, напротив, тревожит меня больше. Владыка Элронд, гномы ушли. Ага. Гномы ушли. А чё, без Гэндальфа? Разве? Чё-то я не помню такого. Что-то они тут напридумывали. Ну тут же по фильму идут. По идее, по книге они отправились дальше вместе, все. То есть там они погостили как бы у Элронда. А чё я не могу запрыгнуть? Вот, и потом отправились дальше. Не устрашившись напутствия эльфов и Белого Совета, гномы продолжили путешествие к Одинокой Горе. Когда они преодолевали верхний порог, погода совершенно испортилась. Что-то у меня совсем с языком что-то случилось, друзья. О, держитесь! Берегись! Блин, ну графика вообще классная. Вот эта водичка, капельки. Все целы! Или это вопрос был? Все целы? Да, ну тут это написали как будто это утверждение. Ладно, это значит, что у нас? Верхний проход. Это у нас уже под уровень основного уровня, который под номером у нас уже идет 6, который называется «Через горы и под горами». Да, «Через горы и под горами». «Через горы и под горами». Какой-то конвертик. Так, где у нас... Тихо, 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 не дерись, не дерись. На кого надо переключиться? У Торина... Стопэ, стопэ, не у Торина. Кого там лук-то есть? У Дори? А, стоп. Мы типа разделились? Как интересно. То есть часть здесь... Слушайте, капли-то по экрану прям текут, вы гляньте. Офигеть. Слушайте, вот это классно. Прикольно они сделали. Так, ну-ка дайте-ка мне кого-нибудь. Классно сделали. Это типа дождь, такие капли по экрану стекают. Это, конечно, здорово. Ладно, а дальше? А дальше нам... Кудой. Дальше нам кудой. Так, здесь, наверное, надо все-таки что-то мутить. Да, ломать, крушить. Все сокрушать. Че, не на того переключился? Ну и еще один. Ну и все, и ты ползешь по ним и запрыгиваешь. Я просто порой очень сильно путаю вот этих всех гномов. Даже по им физиономиям. То есть вот кто это у нас сейчас? Ну-ка сходу скажите. Ну-ка. Вот именно. А это... Бофур. Да ну ломай. Чё надо? Ну, вставить сюда штукенцию. Где я её возьму-то? Где я её возьму?
Значит, нужно снизу еще поломать все. И тогда, глядишь, мы ее найдем. На. То есть чуть-чуть надо было походить, и все, и уже нашли. Давай, давай, давай. А что это за ящик-то, я вот не пойму. А, за них нужно переключиться, да? Ой, ну понятно. Ну вот я нажимаю Y. Ладно. Надо вручную. Где мы, кстати, находимся? Верхний проход. Ага, верхний проход. Мы находимся в верхнем проходе. А здесь что нам надо? И потянуть. Так. И мы сейчас построим какой-нибудь мост. Да? Отлично. И никто даже не упадет. И никто даже не грохнется. А, снова за другой отряд нужно переключиться. Не, прикольно сделали. Так, Гэндальф, где ты? А, стоп, Гэндальф не здесь. Ой. Ну да, по идее они без него пошли, но... Плохо. Надо было его с собой взять. Так бы, глядишь, и смогли бы зайти куда-нибудь. Ладно, здесь что надо? X нажать. Тихо. Ну. А чё? Ну вот подсвечивалось же X. Чё-то я не понимаю немножко. Ну, Б. А, так подождите, а зачем нам еще раз строить? Не надо нам строить. Или надо? Нам надо дальше идти. Да, мы должны... А с ними должен быть Гендер. Должен быть, понимаете? Что по книге, что по фильму. И в игре тоже должен быть здесь Гендер. Ну как это? Они же пошли в горы. Тут должно кое-что произойти. А, и X надо было нажать. Все ясненько. Давай. Че, не ты? А кто? Блин, не успел. Чё, опять не попал? Ну, уж извиняйте. I don't специально. Это вообще сейчас случайно, я просто X нажимал, и что-то получилось. Так, а можно как-то вверх залезть? Не можно, да? Чё, ты мне махаешь? Здесь нужен с кувалдочкой. С кувалдочкой. То есть пока это у нас... Блин, как прикольно, капельки стекают, конечно. Ладно, нужно переключиться. Давайте за Бильбо, может. Побегаем, он же у нас... Как бы главный персонаж. Игра-то называется Хоббит ведь, а не гном. Хоббит.
Давайте, друзья, объединитесь. Можно как-то объединиться? Где остальные? Почему никто не хочет объединяться? Я ведь должен. А, ну вот, все нормально. Я просто почему-то подумал, что он залез на него, и они собираются, типа, тут пирамидку опять строить, а не ломать. Так, ладно, отпускай его. Здесь нам нужен Гендальф, а его нет. А ведь он должен быть. По сюжету он очень важен. Так, мы все, да, вот эти все деревья, все вот эти вот ингредиенты, все дерево, все надо собирать. Ну его нафиг. Потом искать. Ага, то есть мы все сделали, да? Нужно за других переключаться. Хорошо. Так. Что мы можем со своей стороны сделать? Так, у нас тут есть товарищ, который умеет... Да, где с цепочкой? Кто у нас с цепочкой? Ты ведь? Чё, нет? Так, я запутался. Кто есть кто? Ну-ка. Значит, Бильбо, Дори. А, не-не-не, Дори нет. Дори нет. Он что там в камне застрял, видели? Так, видимо, у нас его просто нету. Вот и все. Решение. Здесь что нужно? Вот тобой, да? А, ну понятно. В общем, всем дружненько строим пирамидку. А, здесь уже, кстати, была эта штучка. Я думал, нам нужно будет снова ее, типа, искать. Потом уже вставлять. Так, ну все, значит, даем детальки. Нормально так у вас аппетиты. Мы все собрали. Теперь главное быстренько определять. А, маленькая двойная вот это. Так, одинарная вот это. Вот это. Так, длинненькая. А, нет, не вот это. Вот это, значит. Длинная палочка. Что они строят? Так, синяя. Вот это, наверное. Так, теперь красная. Зеленая. Светофор строит какой-то, я не знаю. Розовая построилась. А что это такое? Какой-то громоотвод? Что? Что? Понятно. Нет, это не простая гроза. Это грозная битва.
Великаны! Каменные великаны! Офигеть, лего-великаны. Слушайте, ну они такие прикольные, здоровые. А, они счет ведут. Ух ты. Так, сохранимся. Да, сохранить и продолжить. Слушайте, это мы сейчас, получается, ползаем по каменному великану. Это явно не просто так штучка, да? Ее нужно прицелиться и сюда кинуть. Замечательно. И она нам что-то дает, мы что-то строим. Ага, и ползем дальше. Хорошо. Такая эпичная музыка. Не, вообще прикольно сделали. Вау, какой он здоровый. Слушайте, вообще, товарищи разработчики, ничего вы даете, конечно. Вот в чем не халтуете, так это в экшоне. Очень эпично все смотрится. Вообще классно. Это когда камера удалялась. И она когда отдалялась, ну-ка разбежались все. Что типа, какие они все-таки маленькие. Какие великаны, прям смотрите, какие они здоровые просто. Слушайте, так это я прям в них попала. Боксеры, блин. Тихо, тихо, тихо. Давай аккуратненько. Эй, синенькую не взял. Берем. И ничего. Из-за того переключаюсь. Тихо, тихо. Ну чё, X-то? Ой. А я ведь случайно. А, или нормально все? У нас снова появилась, в общем, я детальку-то уронил. Детальку-то я уронил. Тихо! Блин, она внизу, наверное, сейчас опять появится, да? Нет? Ну да, да. Просто игре нужно было подумать. Она не думала, что найдется кто-то, кто так безрассудно просто возьмет и выкинет детальку. Ага, поползли дальше. Ну и чё? А не у тебя, да? Не у тебя? Нет. А за кого-то надо? Вот за вот этого красненького. За Дори. Дори, Дори, Дори. Дори у нас с цепочкой. Надо запомнить, где он? Дори, Дори, Дори. Вот он. Дори. Хорошо, что здесь время не идет. То прикиньте, если бы еще время. Слушайте, так классно, типа здоровые такие лего детали, видите, вон лего крепления, вот эти вот кругляшки. А, он нас типа чувствует, то, что мы там ползаем. В принципе, это как... Да, как комар, наверное. Мы же комаров чувствуем. Так и он нас чувствует. Слушайте, а вниз не нужно. Понятно. Типа только ради деталек. Давай, давай, выпрыгивай. Ну-ка пропустите, Блин, я хотел пакость просто сделать.
Бильбо, прощай. Бильбо, прощай. Эй, ну дайте столкну Бильбо. Мне не дают его столкнуть. Ах, какие разработчики хитрые. Давай, 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 давай. Вниз, 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 вниз. Слушайте, я хотел Бильбо столкнуть. Но что-то Бильбо не толкается. Он не из простых. Не так-то просто. Нельзя просто так взять и столкнуть Бильбо. Да, грозная битва. Кстати, что-то я уже даже забыл. Я показал, не показал. Но это все шестой уровень, через гору и под гору. Это все он же. Это все он же. Ну давайте, давайте. Че, никто не двигается. Объединяемся. И давай разрушаем. Бам! Не, Лего молодцы, конечно, все очень красиво прям смотрится. Бедные козочки, Нет! А, она не пострадала. Где хоббит? Хватайся, Бильбо! Ух ты! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Икс. Отлично. И Торин теперь чуть не свалился, да? Вот так. У него зонтик с собой, вы понимаете? Ага. Обида. Нужно найти укрытие. Получено достижение. Это непростая гроза. Да, через горы и под горами. Все, уровень пройден. Рисуют нам точечки. Сейчас я пока водички пью. Давайте, ладно, точки, так уж и быть, я пропущу. Ну что, продолжим? Продолжим.